Фонды Таманского музейного комплекса пополнились сотнями новых экспонатов. Артефакты были обнаружены во время раскопок на месте будущего строительства подъездов к Керченскому мосту. Кроме античных и средневековых предметов, были и более древние, например, эпохи ранней бронзы. Также в распоряжение музея поступили монеты, амулеты, украшения, в том числе уникальный перстень, на котором предположительно изображены богиня плодородия, Деметра и знаки зодиака. Но самое главное, говорят специалисты, многие находки полностью переворачивают все представления о древней истории этих мест. Например, считалось, что когда греки прибыли сюда, здесь была пустынная территория, на которой никто не жил. Вот наши материалы раскопок это массово опровергают. То есть нами раскопаны уже многие поселения и некрополи предгреческого времени. И мы понимаем, что к моменту прихода греков здесь была хорошо заселенная территория. То есть люди здесь жили постоянно.